9 июня Вера Денисова официально назначена на должность начальника управления культуры Курганской области. Об этом на аппаратном совещании у губернатора сообщил первый заместитель главы региона Сергей Путмин. Ранее Вера Денисова занимала эту должность с января 2006 года, а ее деятельность в отрасли культуры началась в 1972 году. В 2005-м ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». На должность директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области назначен Сергей Самойлов, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя этого подразделения. Эти назначения свидетельствуют об их профессионализме, отметил Сергей Путмин, комментируя назначение Веры Денисовой и Сергея Самойлова.